что, ребята, всем большой привет! Сегодня покажу вам зарядку, которой я занимаюсь. Это зарядка при загибе матки. То есть эффективная зарядка, могу сказать. Кому интересно, девчонки у меня просили показать. Конечно же, оставайтесь вместе со мной. Ну, а я буду начинать. Итак, первое упражнение. Мы отводим ножку в сторону и стараемся удерживать ее 30 минут. Ну, где-то, знаете, в радиусе 90 градусов, но это не совсем получается, потому что упражнение на самом деле очень сложноватое для новичков и даже для меня. Ну, я не так давно его делаю, ну, где-то меньше 2 недель, но тем не менее это еще для меня даже сложновато. Но по первости, знаете, я даже вот, наверное, 10 секунд не могла простоять, это очень сложно. А потом уже, когда, ну, то есть время какое-то пройдет, да, и можно будет увеличить до 60 секунд. То есть, когда уже, допустим, через месяц, это реально, это возможно. Если не пропускать, стараться не пропускать ежедневно, прям заняться собой. И эти упражнения я тоже также взяла с YouTube. И прочитав отзывы, да, отзывы людей, много было отзывов под видео. И действительно люди писали, что через месяц прямо очень колоссальные результаты. Ну вот меня, собственно говоря, заинтересовали эти упражнения. Я прям, знаете, вдохновилась. Конечно, еще раз повторюсь, сложно, но это оно того стоит. Здесь мы после того, как проделали первое упражнение, обязательно отдыхаем. Также 30 секунд. Лежим, расслабимся, да, именно вот прижимаем наш животик коленочком и удерживаем, то есть 30 секунд. Следующее упражнение, оно похожее, но оно маленечко посложнее даже, чем первое. Здесь мы также ногу отводим в сторону, но только поднимаем ее прямой. И также удерживаем, стараемся удерживать 30 секунд. Сложно, но хотя бы, ну, по первости, сколько вы сможете, потом будете уже прибавлять. Wrong to say I wouldn't change a thing.
Так, здесь переходим к следующему упражнению. Это положение лежа. Мы аккуратненько опускаемся. И на вдохе мы начинаем поднимать коленки к животу. Также стараемся удерживать 30 секунд, а потом отдыхаем. Также 30 секунд. Каждое из этих упражнений и последующие будут по 3 подхода, то есть 3 раза подряд. После того, как вы сделали 3 подхода, мы делаем расслабление нашей спины, наших мышц вот именно вот таким упражнением. Обратите внимание. Упражнение очень хорошо расслабляет спинку нашу, и дальше мы будем делать уже следующее также упражнение по 3 подхода. Не забывайте, всего я вам не буду снимать, то есть как я делаю именно по 3 подхода, я думаю, никому интересно не будет, да, но вы должны понимать, что одно упражнение делается по 3 подхода. Еще раз повторюсь. Следующее упражнение: мы поднимаем наши ягодицы вверх и стараемся удерживать также 30 секунд. Упражнение тоже не из легких, но я думаю, что вы справитесь. После того, как вы выполнили 3 раза подряд, мы также расслабляем мышцы спины именно вот этим упражнением. Упражнение, повторюсь, очень хорошее. Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated, what is wrong, what is my problem, why can't I get out of this world that I created, fighting the storms in my head, don't know where I have been, I'm alone, no one to turn to, no one understands, shit's too complicated, away, and I feel like I am someone else.
I'm turning my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Nobody tell me nothing. Made it through the rain, I turn nothing into something. No more dealing with the assumptions, cause I do what I gotta do and I know, can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind, they see that I'm cooler than lemons and iced tea. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking as if they know me, but I guess I gotta face it. Все, на этом закончилась моя зарядка. Обязательно пробуйте, упражнения сложноватые, но с отдыхом, с вашим терпением, да, это очень эффективно, и пойдет только на здоровье. Всех вас люблю, всем пока-пока.